Я вот не знаю, велосипед для меня это штука, которая почему-то меня возвращает в возраст лет 13-14, может быть, даже меньше, 9-10, когда родители вам говорили: не ходи туда, не ходи сюда, типа далеко, не ходи далеко от дома. Я вот сейчас гоняю здесь по лесам вокруг дома и изучаю, так сказать, тропы, которые здесь находятся. И знаете что? Сколько бы я в детстве не наблюдал, муравейники всякие разные, они меня не прекращают удивлять, потому что, ну, он просто вот, ну-ка, ну, реально тупо по пояс мне размером. Обыкновенные лесные муравьи просто. Огромная дура. Ну, такая вот. И вот что я вам точно скажу, так это то, что под Вольфхард лес катается просто идеально. Надо еще Мунсорова попробовать. И вот что-что, но держатель для мобилы и какую-нибудь сумку на велосипед просто must have купить. Потому что местами крайне неудобно доставать постоянно мобилу из рюкзака или из кармана. Вот, но этим вопросом я займусь немножко позже. И вот знаете, мне реально нравится та самая ламповость, которая сейчас настала, когда всех вот этих вот немного больных на голову людей мы перебанили и продолжаем банить. И больше всего радует то, что я начал видеть адекватные комментарии, когда люди пишут: я посмотрел, как вы с Ирой снимали там короткую какую-то часть, 1.5 секунды длительностью, это ж сколько надо там отснять туда, здесь подвигаться, это сложно. И круто, что люди как бы реально это начинают понимать. И ведь правда, я вот сейчас снимаю вот эту вот самую сцену, которую вы, собственно, вот прямо сейчас смотрите. И для того, чтобы ее снять, мне надо было сюда прийти, раздеться хотя бы немножко, потому что жарко, и, во-первых, одежда очень грязная, потому что грязище летит во все стороны от этого велосипеда, пока я крылья не поставил. Мне надо было зайти, поставить камеру, перенастроить яркость, включить свет, чтобы здесь было нормально светло, а не вот эти потемки, которые, ну, получаются при обычном освещении. Достать камеру, собрать ее, поставить, включить, выйти, закрыть дверь, открыть дверь и прийти и начать говорить вот эту вот фразу, которую я вам только что проговорил. Сейчас, в общем, это вот происходит все время таким образом. И вот, например, сейчас мне надо будет готовиться к стриму, который через 1:40. Мне надо будет поставить свет. И я вам, в принципе, покажу, как все это происходит. Потому что, знаете, кто-нибудь может написать, типа: зачем тебе дорогая камера, зачем тебе там так заморачиваться, потому что просмотров не так много на влоговом канале, типа, почему ты это делаешь, зачем? Ну, ответ простой. Я это делаю для себя, по причине того, что мне просто хочется. Мне нравится периодически, когда я ищу какую-то информацию, когда купил, что купил или какой-то девайс, меня ребята что-нибудь спрашивают, а есть такая штука, которая может вот это вот. И я говорю: да, есть, надо посмотреть, я не помню, где ссылочка, короче, чтобы быстро найти. Короче, я нахожу видос, смотрю какие-то вещи, которые происходили там год назад. И ты смотришь на это и думаешь: блин, вот это прикольно. Как настоящий дневник, только с визуальным отображением, потому что просто подумайте о том, что у человека нету возможности даже внутри своей головы, как я не помню, фильм какой-то был с Джимом Керри, по-моему, где они могли в память заглянуть и как видео пересмотреть. У человека нет такой возможности в своей же голове свое же прошлое посмотреть, прям вот перемотать и просто понаблюдать хотя бы со стороны. Это забытое время, которое уже никаким образом ты не вернешь. А вот снимая такого плана видосы, я могу его вернуть в любой момент. В первую очередь расстановку свет я начинаю с направления вот этой вот лампочки. И вы мне скажете, типа: зачем на стримах хорошее изображение, мы и так будем смотреть? Опять же, просто потому что мне нравится делать качественную картинку. Просто вот нравится. Кто бы что там ни говорил, сколько камера стоит или еще что-то, потому что стримлю я с помощью вот этой же самой камеры. И вот, собственно, я его врубаю. Чпонь. Поехали, здесь готово. Следующим у нас по списку идет вот эта вот светодиодная труба, которую я ставлю на пол и настраиваю. Вот она сейчас такого синего цвета. Я сейчас добавлю зеленого. Она будет такого голубого, морского. И вот,
Вот здесь вот внизу появился от нее отблеск. И, соответственно, вторую я поставлю точно так же, чтобы она просто светила на фон. Вот она сейчас красная. Чпонь, зеленый на максимум, синий на максимум. И все можно ставить на фон. Ну и плюс ко всему, надо задник вот этот вот с Федором тоже перенастроить на синий цвет. Вот, вот так вот. После этого я камеру ставлю вот сюда вот. Подключаю к ней кучу USB проводов, зарядник, чтобы она не на батарейке работала. И начинаю стримить. В общем, лампового вам настроения и давайте до завтра.